Зачем вообще жить? Ведь, по сути дела, когда мы живем, мы учимся. Все, что мы делаем, это процесс учебы. Мы учимся у окружающих людей, мы учимся у природы, учимся у Бога, учимся постоянно. Но часто мы делаем это несознательно и несистематично. Богословское образование – это как раз процесс систематического обучения. То есть то, что человек может изучить за 10 лет, в системе богословского образования он может получить за год. То, на что у средневекового человека, возможно, вся жизнь уходила, сегодня знает ученик воскресной школы. Почему? Потому что есть систематическое богословское образование. Оно не открывает ничего нового. Оно только помогает правильно разложить все по полочкам, расставить все на свои места, сделать наши знания упорядоченными и удобными для использования. Итак, если мы хотим быть эффективными верующими, если мы хотим понимать, во что мы верим, как надо жить, если мы хотим правильно понимать Слово Божье, то, конечно, можно учиться всю жизнь на собственных ошибках. Лучше учиться на том, что стало достижением всего человечества. Или, можно так сказать, на ошибках других лучше учиться. Поэтому надо учиться систематически. Систематическое богословское образование – это один из самых эффективных путей к тому, чтобы человек мог получить правильные знания о Библии, о Боге, о себе, об окружающем мире и быть действительно полезен для Царства Божьего.